У красной панды, питомицы зоопарка в южнокорейском городе Йон-Ин, сегодня точно есть чем поразвлечься. Для миловидного зверька подготовили изысканное угощение. Так здесь отмечают грядущий праздник урожая чхусок. Если панда ест этот вкусный фрукт, то и я хочу съесть такой же в праздник урожая. Праздничная трапеза в самом разгаре и у лемуров. Их почуют арбузами, дынями и бананами. Тропическими плодами лакомятся и слоны. В честь праздника чхусок мы подготовили угощение, чтобы питомцы зоопарка весело провели время. Чхусок – важный корейский праздник. Его отмечают 15 числа 8 лунного месяца. В этом году он выпадает на 13 сентября. Этот день, а также предыдущие и последующие, в Южной Корее нерабочие. Поэтому семьи собираются вместе и устраивают застолья. Зоопарк Йон-Ина входит в состав крупнейшего в Южной Корее парка развлечений «Эверленд».